Так, все мы слышали о недавнем удачном запуске ракеты Илона Маска «Дрю Грэгон». Чтоб вы знали, дорогие зрители, там находился не манекен, а настоящий космонавт. И вот мы его нашли. Вот. Как ваше путешествие на МКС? На МКС. Удачно прошло? Хорошо. Хорошо? Хорошо. Как приземлились, хорошо? Ой, приземлились. Говорят, при прохождении плотных слоев атмосферы вы потеряли сознание? Нихуя не потеряли. Не потеряли? А, да. Идет ваша ассистентка, подойдите. Доктор, осмотрите его. Так что, когда возвращаете, допустим, тесто для пиццы, оно шире по краям, ну, знаете. Так что форма Земли формируется путем вращения. Да, еще не все. Она немного шире ниже экватора, чем выше экватора. Немного пухлее, чем сильно похоже на форму груши. Итак, грушевидность больше, чем высота горы Эверест над уровнем моря. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Нас немного обманули, если можно так выразиться. Земля представляется нам через призму науки. Наука! Формы груши! Наука! Земля невероятно прекрасна. Отсюда сверху это так хорошо видно. А еще видно, что она все-таки очень маленькая. Маленькая. Кубрик снимал это все в Голливуде. Вам понравился, как Миронов вас сыграл? Вот Миронов в качестве Леонова. Вам нравится? Ну, лучше меня никто не играл. No question. The atmosphere evinces no properties of spin or being attached to the ground, spinning 1040 miles per hour. And to claim otherwise is stupid. Так, все мы слышали о недавнем удачном запуске ракеты Илона Маска «Дрю Грэгон». Чтоб вы знали, дорогие зрители, там находился не манекен, а настоящий космонавт. И вот мы его нашли. Вот. Как ваше путешествие на МКС? На МКС. Удачно прошло? Хорошо. Хорошо? Хорошо. Как приземлились? Хорошо? Ой, приземлились. Говорят, при прохождении плотных слоев атмосферы вы потеряли сознание? Нихуя не Не потеряли? Да. Идет ваша ассистентка. Подойдите. Доктор, осмотрите его. Not half.
not half. Not half. Not half. Not half. Not half. Not half. Not half. Not half. Not half. Not half. Not half. Not half. Not half. Not half. Not half. Not half. Children at your feet. And if you saw my love, I'd love it. Oh, yeah, the next thing. You're not half. You're not half. You're not half. You're not half. You're not half.